не несясь вперед, все это показали футболисты ганской команды. И понятно, что эта команда вряд ли будет простым соперником для своих конкурентов. И еще один забитый мяч. Еще один забитый мяч все-таки состоялся в этой встрече. Когда я хотел вам напомнить, с кем же будут играть ганцы. Джордан Аю делает хет-трик после передачи Альберта Адомы с фланга. Прозевали центральные защитники. Но вот как это назвать, кроме как чудо?